К сожалению, география заболеваемости пневмонии и COVID-19 Акмолинской области расширяется. Если раньше в основном регистрировали случаи в Аршалынском и Целиноградском районах, то на сегодня в 13 районах региона. Число больных растет и в Кокшетау. Если на сегодня у нас в инфекционном госпитале лежит там 38 человек, из них 20 с пневмониями, и это уже в более тяжелой форме болеют по сравнению с тем, что было в начале, когда был карантин. За последние две недели, вот если взять последнюю неделю мая, то у нас было зарегистрировано 13 случаев. За первую неделю июня уже зарегистрировано было 33 случая. Эта неделя еще не закончилась, но у нас уже 38 случаев зарегистрировано. На сегодня усилен контроль за соблюдением санитарных мер, работают мобильные группы. В отношении предпринимателей и владельцев объектов предпринимаются меры в рамках административного кодекса. Нами подготовлено постановление о усилении карантинных мер в целом по области. Здесь будет предусмотрен перевод на дистанционную работу государственных органов, национальных компаний. Есть ряд ограничений по времени работы продовольственных и непродовольственных рынков, по работе ЦОНов. В основном будет в тех регионах, где отмечается резкий рост заболеваемости. Акмолинские врачи призывают граждан по мере возможности ограничить передвижение, особенно за территорию области, не посещать места массового скопления, носить маски. При первых признаках заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. На сегодня в регионе 3 человека находятся в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как отмечают врачи, у пациентов нет хронических заболеваний, все они молодые. Причиной такого последствия стало именно позднее обращение за помощью. Зарина Дюсекеева, Ермек Махметов, Жахангер Мукамбетов, Кокши Акпарат.